Для того, чтобы поменять фон на всех страницах книги, сделаем следующее: выберем меню Фон, далее понравишься фон, ну, например, из этой группы, пусть будет вот этот фон, и перетаскиваем его в альбом. Далее правой кнопкой мыши скопировать фон, также правая кнопка специальная вставка на все страницы фон. Фон автоматически становится на всех разворотах книги. Можно полистать, посмотреть, как получилось. Также фон можно сделать из любой понравившейся фотографии. Ну, например, из вот этой. Перетаскиваем в альбом. Правая кнопка. Скопировать. Правая кнопка. И специальная вставка. Теперь фон уже из фотографии. Смотрим, как получается.